хочется рыдать, упасть на пол под трески хвороста. Я не спешу людей зывать, я просто утешаюсь Господом, когда мне некому пойти. И я живу отдельным островом, где непрестанно льют дожди. Тогда я утешаюсь Господом. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Он смог и все возможно мне, когда я утешаюсь Господа. Когда не властен избежать нежданного кинжала острова, иду, чтоб сердце бинтовать, или утешаться только Господом. Когда мне нужно уходить, укрыв родное пыльной простыню, со скрипом дверь навек закрыть, я утешаюсь только Господа. Ведь мой Христос здесь на земле